Доброе утро, добрый день, здравствуйте, друзья. Ну вот я что сделал? Посмотрел прогноз погоды. И вот самые проблемные улики, ну те лежаки они стояли, вот три улика выставил на сегодня. 26 сегодня февраля. Вот приоткрыл я им на пчелку внизу, вверху, там на две, на полторы. Пока что сегодня, сейчас плюс 3, по-моему, сейчас я покажу. Нет, не плюс 3, плюс 1, а с половиной, плюс полтора. Ну, короче, обещали сегодня до плюс 9, вроде как написано. Может быть, конечно, только не будет, но вроде как с 12 солнышко должно появляться, и в 3 часа солнышко, и плюс даже плюс 10. Ну, короче, тут еще пока ничего не посыпал, не делал. Вчера почистил. Вот так, тачочек немножко. Короче, будем ждать. Может быть, и облетятся немножко вот эти проблемные. Вот. Короче, как-то так. Почистил вчера немножко подморок, но тут особо и нету. Вот. Вот с этого, с лежачка подмор. Прополисом с крошками положим. Вот. Вот такие вот тут. В основном прополисные залепилки. Вот так вот. Вот так вот. Вот такие пирожки. Что они там девки будут делать, не знаю, сегодня днем. Так, взять проволочку и почистить. Почистить им леточек. Осталось. Ну, днем меня не будет, я на работе. Вот, вчера я здесь тоже почистил. Здесь практически ничего подмора не было. Вот. Посмотрим, будут, не будут они, что тут они у нас будут делать. Вот. Не будем мы стучать, греметь. Как бы так. Прилеточку. Вот такие пирожки. Так, пока сейчас туман у нас. Вот. Туман. Синий туман, похож на обман, да? Вот. Так, 10 минут, 11 минут 11-го. Ой, 12-го. Ну вот солнышко проскакивает. Я сейчас на работе. Ну, короче, я надеюсь, что солнышко, ну как бы туман расходится. Вот. Сейчас мы покажем, приблизим. Уже практически нету. И солнышко, солнышко, солнышко. Жду, жду, жду. Вот как-то так. Капель, все тает. Воробушки уже стаями тут летают. Радуются. Вот. Как-то так. Вот, друзья, 11:34. И солнышко пробивается, пробивается. Светит. Светит, светит солнышко. Очень приятно. Температура уже градусов, наверное, 6-7, а то и побольше, мне кажется, градусов. А знаете, когда солнышко светит, уже тепло такое от него хорошее идет. Пока еще облака не дают полно, но в такие моменты проблесковые, уже так красота. Солнышко, солнышко, солнышко лучистое. Наверное, соскучились уже по солнышку. Бублик, на, иди сюда. Ух ты, хороший песик. На, оладушек тебе. Молодец, молодец. Кушай, кушай. На, бублик, на. Тоже радуется, что солнышко выходит. Иди на, бублик, на, оладушек. Давай, давай, давай. На, ух, тянется бублик. Иди ко мне. Иди на. Давай. Ой, как хорошо, и небо начинает развеиваться. Вот синенькое становится, голубое. Там еще тучки, где солнышко. Но скоро развеется. Я чувствую, пчелки полетят. Полетят у меня дома те, которые я выставил. Там три семейки и два лежака.
счастливый момент для пчеловода. Пчелочки начали у меня облет. 26 февраля выдался окошечко. Вот, подгадали мы. Вот они родные. Вот они всякие. Вот. Вот. Коротенькое такое видео будет. Некогда мне, я на работе отлучился. Так что вот как-то так. Сейчас посмотрю, что у нас тут. Тут летают, не летают. Тук-тук-тук. Живые они тут, не живые. Сейчас мы глянем. Что я нажал-то? Ой, и хожу. Нажал. Так, сейчас. Такие потом и наложим. Вот это двухматочный. Вот он с двумя матками, которые сидят. Две семьи здесь. Так, сейчас вот этим посильнее откроем. Вот так вот. Я ему сейчас вот эту беру вообще. Так. Вот так пусть они. Так, все. Ну, на этом все. О, весело пообкакали. Ну, вот такая погодка. Сейчас я гляну, сколько времени. Ну вот, половина третьего, 26 февраля. Вот. Текут, журчат ручьи, как говорится, да? Вот. Вот. Бегут ручьи. По нашей тает все. Сейчас покажу поближе. Вот видно. Вот все тает. Солнышко. Градусов 9. Точно тепла. Вот. Как бы так. Съездил я. Выставил пчелок остальных. Вот, облетываются. Вот такие пироги, ребята. Вот, так что я доволен. Рад, что я уловил это окошечко. И нетерпеливые, какие нетерпеливые семьи, где, может быть, получится там три семейки эти. Будут нормально после этого развиваться. Завтра, конечно же, не будет такой погоды, но завтра я все по-нормальному приду, утеплю, переберу. Вот. Как бы так вот. Вот так вот. Всем, у кого такое же окошечко, хорошего облета, хорошего всего-всего.